Да, можно туда? Ну, давай. Мне кажется, там круглосуточное дежурство и вообще. Просто скажи, что там это, пацаны, ну, вообще ребята, так говоришь, что че, Горян, скучаешь, а? Пойдем по морю, там лавы. Да, по морю сделано и там выходить. Пошли. А ты когда я фотосессию буду делать, ты тоже будешь снимать? Я так, я так еще не научился, Макс. Короче, Металлисты! Металлисты приехали к металлу. Так и что говорят-то? Говорят, это те самые ломовейшие ребята, которые металлисты. Да. Там, да. Говорят, Стас, закрой окно. Так пустят или нет? Да. Алексей? Прошло 4 часа, а я стою и медленно сживаю. Я тебя распилю сейчас, ты всю жизнь мою сгубил! Так, господа. Я вас спрашиваю. Ну, в общем, отсняли мы сессию. Скоро будут картинки. Пойдут вам на американский альбом. Люба, тебя хочет поблагодарить. На тебя села бабочка. Поблагодарить. Поблагодарить. Вот так вот вы благодарите фотографов. Из Санкт-Петербурга. Из ближнего зарубежья, а также стран Азии и третьего мира. Стран? Ну давай, все, пока, удачи. Спасибо.